подъезжаем. Баштанка. Было здесь три раза в Баштанке было. Целых три раза. Первый раз нас Садыков сюда привозил. Какой-то был у вас праздник на стадионе. Какой-то был очень... Александр Валерьевич очень гостеприимный. Он очень любит журналистов. И... А это был период времени, когда я, в общем, выпивал. Если не сказать, пил. Слава Богу, не валялся нигде, поэтому меня звали постоянно на такие праздники. Потому что если кто-то сидит и валялся, один раз его позову, да. Больше его не зову. Это как Малышев, да, который там комментатор, я его пару раз сидел. Юрчик, ну, то другая тема. А что такое, смотри, что это у нас тут проезжает? Это остатки... Почему заброшено? Это остатки совдеповской культуры. Вот это, да? Да. А что никто до сих пор не приватизировал? Я думаю, что, судя по внешней отделке, уже работает. А, уже просто... Да, крыша. Тихо. Я тебя не отвлекаю. Нормально, я верю. Я тебя не отвлекаю. Я думаю, мне кажется, только вопрос времени. Вопрос времени, да? О, что я еще? Что у вас тут Довженко родился? Родился прямо в Баштанке. Довженко, знаешь, что это? Нет. Тону. Гена, боже, знаю. Не знаю. Это судьба, Гена. Это же известный кинорежиссер Довженко. Я... Вот этого я не знаю точно. Не, ну это Довженко я знаю, но думаю, не знаю. Это в Википедии написано. Надо посмотреть. И не был он у вас тут? Есть, рядышком. Ну, тогда... Ну, это крутые райсады нашего очень такое мощное предприятие. Ну да. Так вот Довженко, потому что я же хочу фильм снять про наркоманов. А Довженко здесь почему? А, ну судьба-то да. Она, понимаешь, как бы судьба. Киностудия в Киеве имени Довженко. Ну я вижу. Вот это уже как бы мы заехали, да? Да. Давно был дома, нет? А, ну недавно. Ну папа будет же доволен. Радуешь родителей? Чем? Ну приездом. Ну конечно. А как же? С нуля строится, да? Да, церковь? Новая церковь строится. Вообще с нуля или... С нуля. Или... Даже место специально крестили, светили под это все. Ну ничего здесь раньше не было. Ничего не было. Может, если я не ошибаюсь, может быть, что это на этом месте когда-то была старая церковь, но я не помню точно. Надо будет у отца спросить, он в курсе, да. Не, ну с отцом надо встретиться обязательно. Ну как это? Ну это получится даже не уважение просто. Ну как это? Там уже, допустим, тут вот это тут где-то стадион, я помню эту дорогу, да? Да, просто в сторону стадиона. Вот здесь вот наверху где-то стадиончик. Это кинотеатр «Юность». Красивое название. Я все узнаю. Это школа. Вон обновили спортзал на улице, сделали. Вон новое здание школы, это уже сделали недавно тоже. И в этой учился, да? Нет, это не моя была, мы проезжали при въезде. Это первая. Моя была номер два. Сделали красиво. Что-то он нас со спины встречает. Мы просто заезжаем уже, блядь, оттуда там перекрыт. Вот Мэри. Это Мэри, да? Ну,